В эти часы в Барнауле проходит суд над крупным преступным авторитетом ткачом Няганьским. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Андрей Ткаченко является так называемым вором в законе. По версии следствия, он создал организованное преступное сообщество, которое действовало с 2015 года. Им ткач руководил из Москвы, опираясь на своих помощников, которые находились в крупных городах региона. Известно, что члены группировки Ткаченко вымогали у алтайских предпринимателей несуществующие долги, забирали у них машины и другое имущество. Участников ОПГ задержали в 2017 году, позже арестовали и самого Ткаченко. В тот день он участвовал в сходке представителей криминалитета, где решался вопрос о закреплении сфер влияния в Алтайском крае. Подозреваемому, который занимал высшее положение в преступной иерархии, предъявили обвинение в создании организованного преступного сообщества и этапировали его в Барнаул. Уголовное дело по нему насчитывает несколько эпизодов вымогательств, мошенничеств, краж и угонов. Добавим, Ткаченко вины не признает. О вердикте суда расскажем в ближайшем выпуске.